строчками этого стихотворения ругаешься. Да? Можно? Каждый может догадаться. Антонина Люблина! Ну и что? Ей скоро 20. На улице весна. Только взять на телефон. То не шепчет, это он! Слова ласковой и кроткой. Ходит легкой походкой. Утром какая-то птица. Спасибо, дружище. Знаешь, мне такая трактовка больше нравится, чем то, что ты прочитал в Твиттере.